Всем огромный привет! Сегодня у меня для вас обзор из магазина Leroy Merlin, это город Ульяновск. Покажу вам ковры и ковровые дорожки. Ассортимент в этом магазине очень большой, поэтому обзор будет очень насыщенным и интересным. Оставайтесь со мной, не переключайтесь. Всем приятного просмотра! Этот ковер называется Carpet Print Cassina. Размер ковра 100 на 180 сантиметров. Этот ковер на войлочной основе. Есть несколько вариантов, покажу вам, какие есть в наличии. Именно такие ковры, вот такой, ну этот первый вариант, который мы с вами смотрели, такой, и серенький вариант еще есть. В составе ворса полиамид, основа войлок, 100% полиэстер, вид отделки нить полипропиленовая, изготовитель Неватафт, город Санкт-Петербург, цена 590 рублей. Это ковры от производителя Меринос, город Ростов-на-Дону. Ковер называется Гарда. Размер 60 на 100 сантиметров. Ковры очень красивые. В составе ворса идет полипропилен, основа джут. Цена 250 рублей. А эти ковры тоже от этого же производителя. Ковер называется Дарго. Его размер 80 на 120 сантиметров. Все они в наличии одного цвета. В составе полипропилен и джут. Изготовитель Ростов-на-Дону, цена 498. Мне очень понравились вот эти ковры, они, конечно, небольшие, но очень красивые. Ковер называется «Лагуна», его размер 80 на 150 сантиметров, в составе полипропилен и джут, изготовитель также Россия, город Ростов-на-Дону. Цена 650 рублей. Смотрите, какой большой ассортимент по цвету этих ковров. Этот ковер называется «Шаги Тренд». Размер его 60 на 110 сантиметров, стоимость 820 рублей. В составе идет ворс 100% полипропилен, а основа идет 100% джут. Изготовитель России, город Ростов-на-Дону. А это ковры из коллекции Рибера. Размер 60 на 110 сантиметров. Они также в ассортименте. Здесь их каких только нет. Все они разные по цвету. Цена 2500 рублей. Изготовитель Турция. А в составе идет 100% полиэстер. Это точно такие же ковры из коллекции Рибера. Тоже они в ассортименте. Но здесь уже размер 80 на 150 сантиметров. А цена такая же 2500. А как вам такие ковры? Ковры очень тонкие, но они такие натуральные, классные, с кисточками. Ковер называется Испхахан. Размер его 65 на 135 сантиметров. В составе 100% вискоза. Изготовитель Бельгия. В наличии есть еще вот такого красного оттенка. Такой же ковер, тоже с кисточками. Цена 1498. Это точно такие же ковры, только размер у них гораздо больше. Они уже размером 80 на 150 сантиметров. Называются точно так же, и в составе у них 100% вискоза. Изготовлены они в Бельгии. Ковер этот машинной вязки. Цена 1998 рублей. В Leroy Merlin также в наличии есть и круглые ковры. Посмотрите, какая красота. Этот ковер называется Женова. Его размер 1,60 на 1,60. В наличии есть два варианта. Посмотрите еще, какой красивый есть. Прям вообще очень круто смотрится. В составе у них 100% вискоза. Изготовитель Бельгия. Цена 8490 рублей. Ковер Женова есть и прямоугольной формы, и овальный. Размером 65 на 110 сантиметров. Цена 2690 рублей. Эти ковры тоже из коллекции Женова. Посмотрите, какие красивые. Размер этих ковров 100 на 140 сантиметров. И в наличии они есть разные. Этот вот уже идет с какими-то синими вкраплениями. Есть также с рисунком. Вариантов очень много. И все они очень красивые. Смотрите, даже есть с красными такими цветами. Тоже красивый. В составе идет 80% вискоза и 20% акрил. Производитель Бельгия. Цена 4390 рублей. А это ковер круиз. Размер его 80 на 150 сантиметров. Изготовлен он из полипропилена. Цена 950 рублей. И это тоже ковры круиз, но здесь уже размер гораздо больше. Они размером 1 на 2 метра. В наличии они есть также еще и овальные формы. Смотрите, какая красивая расцветка, какая-то такая серо-белая. Цена 1590 рублей. А это ковер люкс, его размер тоже 1 на 2 метра. Изготовлен он из полипропилена. Цена 1990 рублей. А это ковры шахреза. Посмотрите, они есть как прямоугольной формы, так и овальной. Ковры с кисточкой размером 80 на 133 сантиметров. В составе полипропилен и джут. Изготовитель Ростов-на-Дону. Цена 1890 рублей.
Посмотрите, какая интересная расцветка у этого ковра. Ковер называется Flow, размер 100 на 200 сантиметров. В составе ворса этого ковра 100% полипропилен, основа 100% джут. Изготовитель Ростов-на-Дону, цена 2490 рублей. Качество этого ковра мне уже сразу не понравилось. Посмотрите, собирает весь мусор. Это ковер из коллекции Велда, размер 100 на 200 сантиметров. Он прямоугольный, цена 2690 рублей. Также в наличии этого магазина есть и очень яркие ковры. Эти ковры называются «Кристалл». Они есть в наличии разные. Размер 1 метр на 2 метра, в составе полипропилен, цена 2700 рублей. Также есть в Леруа Мерлен и большие ковры. Посмотрите, какая красота. Ковер очень красивый. Кстати, недорогой. Этот ковер стоит всего лишь 6700 рублей. Называется он «Олимпос». Размер 2,5 на 3,5. Материал полипропилен. Основа джут. Высота ворса 8 мм. Изготовитель Россия. Вес ковра 15,5 кг. Этот ковер тоже из коллекции «Олимпос», только с зеленым таким оттенком. Размер его также 2,5 на 3,5. И цена 6700. Характеристики совпадают с предыдущим вариантом. А как вам такой вариант? Этот ковер называется Mega Garving. Размер 2,5 на 3,5. Цена 12500. В составе полипропилен и джут. Высота ворса 12 мм. Производитель Россия. Вес ковра аж 22 кг. Я думаю, что вы уже поняли, как называется этот ковер. Конечно же, это Женова. Ковер производства Бельгии, размер 2,40 на 3,40 и цена 25 990. Материал вискоза 80% и хлопок. Высота ворса 5 мм. Это тоже ковер из коллекции Женова, производство Бельгии. Цена 25 990, размер точно такой же, 2,40 на 3,40 и характеристики этого ковра совпадают с предыдущей моделью. Покажу вам еще один вариант ковра Женова. Этот, конечно, смотрится гораздо круче, чем предыдущие модели. Очень красивый ковер. Здесь тоже в составе идет вискоза и хлопок. Размер ковра 2,40 на 3,40. Производство Бельгии. Цена 25 990. Также в наличии есть и овальные ковры больших размеров. Здесь размер 2,40 на 3,40. Ковер называется Белучи, производство Бельгия. Цена 23 378 рублей. Материал вискоза 100%, основа идет хлопок. Высота ворса 6 мм, вес ковра 17 кг. Еще один овальный ковер, называется он Valencia Deluxe. Этот ковер производства России, цена 7990 рублей, размер его 2,5 на 3,5 метра, в составе полипропилен и джут, высота ворса 10 мм, вес ковра 18 кг. Также такой ковер покажу вам и в прямоугольном варианте, это тоже большой ковер, называется он Valencia Deluxe. Размер ковра 2,5 на 3,5 метра. Цена 7990 рублей, производство Россия, в составе полипропилен и джут. Смотрите, еще одна расцветка такого же ковра. Ковер тоже называется Valencia Deluxe. Ковры эти российского производства, напоминаю, цена 7990 рублей. А как вам такой вариант? Тоже очень красивая расцветка. Это тоже Valencia Deluxe. Размер ковра 2,5 на 3,5 метра. Цена 7990 рублей. Производство Россия, в составе полипропилен и джут. Ворс 10 мм. Вес ковра 18 кг. Еще есть варианты овальных ковров. Этот ковер называется Измир. Его размер 2,40 на 3,40. Производство Россия. Цена 9500 рублей, в составе полипропилен и джут. Высота ворса 11 мм, а вес ковра 20 кг. Этот ковер уже производства Турции, называется он Ника. Размер 2,40 на 3,40. Цена 13900 рублей, посмотрите, какой он интересный. В составе идет полипропилен 70% и основа полиэстер. Высота ворса 6 мм, вес ковра 14 кг. Смотрите, какой интересный ковер. Ковер называется Рельеф, производство Бельгия. Размер его 2,40 на 3,40, цена 15 990 рублей. Шикарный просто ковер. В составе его
Полипропилен 100% основы идет джут, высота ворса 8,5 мм. Мне еще очень понравился вот этот ковер. Ковер называется «Караван», его размер 2 метра на 3 метра, цена 24 126 рублей. Производитель ковра «Польша», здесь в составе 100% шерсть, основа хлопок. Это ковер российского производства, он называется Flow, его размер 2,5 на 4 метра, цена 11 990 рублей, в составе полипропилен и джут, высота ворса 21 мм. Этот ковер называется Грация Боха, его размер 2 метра на 2,90, цена 16 718 рублей, производство Сербия, в составе полипропилен и натуральный джут, высота ворса 11 мм, вес ковра 16 кг. Это точно такой же ковер, только немножко другая расцветочка, тоже очень красивый. Напоминаю, это ковры производства Сербии, цена 16 718 рублей. Тоже очень красивый ковер, называется он «Рельеф». Этот ковер производства Бельгии, размер его 2 метра на 2,90, цена 11 490 рублей, в составе идет полипропилен и джут, высота ворса 8,5 мм, вес ковра 11 кг. Посмотрите, какой интересный ковер, у него прям такой рисунок, как будто 3D. Это ковер российского производства, называется он «Велдом». Размер ковра 2 метра на 3 метра. Цена 7 990 рублей, в составе полипропилен и джут. Высота ворса 12 мм, а вес ковра 14 кг. Также в наличии есть и темные варианты ковров. Смотрите, какая красота. Тоже очень красиво смотрится. Темно-синего цвета ковер с белыми квадратиками. Цена 13 198 рублей. Ковер размером 2 метра на 2,90. Называется он «Клима», производство Бельгия. В составе полиэстер и джут. Это тоже ковер «Клима», но здесь уже он в серой расцветке и немножко другой рисунок. Размер ковра также 200 на 290 сантиметров, цена 13 198 рублей. Этот ковер называется «Шахреза», он российского производства, тоже очень красивый, стоит 9300 рублей, размер 200 на 285 сантиметров, в составе полипропилен и джут, высота ворса здесь 10 мм. И «Шахреза» еще есть вот в такой расцветке, тоже очень красивый, но темнее, размер 200 на 285 сантиметров, цена такая же. В наличии также есть большие ковры, но дешевые. Вот этот ковер называется «Валенсия Делюкс», он российского производства. Его размер 2 на 4 метра, цена 7 700 всего лишь. В составе полипропилен и джут. А как вам такой вариант? Посмотрите, какой красивый ковер. Называется он «Олимпус». Размер этого ковра 2 на 3 метра. Изготовитель «Россия». Цена 4900 рублей, в составе полипропилен и джут, высота ворса 6 мм, вес ковра всего лишь 10 кг. А это ковер из коллекции «Круиз», называется он «Аура». Этот ковер российского производства, размер 2 метра на 3 метра, цена 4990 рублей, в составе полипропилен и джут. А такой ковер я вижу впервые. Посмотрите, какой яркий. Ковер называется «Вегас». Производство Сербии. Цена 12 373 рубля. Размер его 2 метра на 2,90. В составе идет полипропилен и основа 100% натуральный джут. Высота ворса 14 мм, а вес ковра почти 10 кг. А это ковер российского производства. Называется он «Мега Гарвинг». Его размер 2 на 3 метра. Цена 8 790 рублей, в составе полипропилен и джут, высота ворса 12 мм. А этот ковер называется «Лагуна», он темно-зеленого цвета, его размер 2 метра на 3 метра, цена всего лишь 3300 рублей, производство «Россия», в составе идет полипропилен и джут, высота ворса 6,5 мм. Этот ковер тоже размером 2 на 3 метра, российского производства, называется он «Квест». Посмотрите, какая интересная расцветка и текстура ковра. Цена 5990 рублей. В составе здесь также идет полипропилен и джут. Высота ворса 10 мм, а вес ковра 12 кг. Этот ковер называется «Фиеста». Он тоже российского производства. Размер его 2 на 4 метра. В составе идет тоже полипропилен и джут. Цена 6 390 рублей. Высота ворса здесь 8 мм, а вес ковра 12 кг. В
продаже есть, представляете, даже вязаные ковры. Посмотрите, какие они интересные. Размер этого ковра 1,60 на 2,30. Цена 11 990 рублей. Называется он «Натур». Материал здесь 100% шерсть и хлопок. 8 мм высота ворса и вес ковра 5 кг. Классные ковры. И на ощупь они очень прикольные. Также покажу вам второй вариант. Здесь уже идет как будто лицевая сторона вязки. Здесь цена уже 7500 рублей. Размер ковра 1,40 на 2. И здесь тоже в составе шерсти хлопок. Покажу вам еще один вариант ковра от производителя Сербии. Называется он «Браво Креатив». Размер 160 на 2,30. Цена 10 722 рубля. В составе полипропилен и джут. В Леруа Мерлен в наличии также есть ковры детской тематики. Стоят они 4427 рублей. Размер 150 на 230. В составе полипропилен и джут. Покажу вам также второй вариант, который больше подходит для комнаты девочки. Очень яркий, розового цвета. Размеры, цена совпадают с предыдущим вариантом. Характеристики точно такие же. И еще один вариант детского ковра с медвежонком. Он нежно-серого цвета. Очень красивое оформление. Размер 150 на 230. Производство Россия. Цена 4427 рублей. На сегодня это все. Если вам понравился мой обзор, пожалуйста, оцените его лайком. И обязательно подписывайтесь на канал, если еще до сих пор не подписаны. Всем пока-пока!